Друзья, всем доброе утро. Нашим щеночкам от Дюмы 5 дней. Сейчас 6 утра. Мы кушаем, намываемся. Дюма, взгляд такой не делай, Дюма. У щеночка все хорошо. Ну и сегодня у нас 63-й день ласки. Естественно, сегодня мы будем рожать. Да, ласулечка? Будем сегодня, у нас температура упала, температура низкая, 36,3, поэтому мы в ожидании будем переводить сейчас ласку в другой вольер и ждать приема родов. Да, Насуль? Вот так у нас утро начинается, здесь парочка сидит, на них внимания никто не обращает, они уже погуляли, они молодцы. Возвращаемся к нашим мешоткам. Тут мамочка за ними убирается, я к маме особо не лезу. Я щенков только убираю на то время, когда я ухожу, мне надо уйти. А так мама постоянно с щенками. Дюма отличная мама, пятерка ей за это. Итак, друзья, щеночков мы положили спать в инкубатор. Они крепенько спят, мамочка сидит. Ласку я перевела большой вольер. В этом вольере она будет рожать. Да, Ласуль? Иди, я к тебе зайду. Дай посмотрю на тебя. Ну, что ты? Дай молоко глянем. Есть? Молочко у нас есть. Мы готовы. Какой у нее окрас красивый. Вы только посмотрите. Жирочек есть. Да, Ласулечка? Ну, куда ты? Бежала. Нет, ты гуляла, ласка. Заходи. Все, будь умничкой. Давай вместе с тобой будем ожидать. Опять пошла. Ласка, так себя не ведут те, которые собираются рожать. Заходи. Все. Так, здесь. Будем рожать здесь. Все, ласочка. Ожидаем малышей? Давай будем ожидать. Ну все, друзья, мы в ожидании. Будем вам снимать. Я позову Гошу уже, когда он придет. Будем, если он не успеет прийти, то я вам сниму первых попавшихся нам щеночков из ласки. Да? Лосят маленьких. Ты нам лосят родишь? Лосят, да. У нас папочка здесь сидит со своей новой женой. Да, папуль? Ты мой зайчик. Ожидаем твоих деток. Что такое, солнышко? Зелюшечка. Рано тоже проснулся. В основном они у меня спят до 7. А здесь мы проснулись на час раньше. Они немножко не понимают, почему так. Хотя последние ночи мы с ними практически не спим. Посмотрим. Вот такие мышцы у нашего папочки. Отдыхайте. Вам спать? Маме номер один спать. Маме номер два можно пока спать, но скоро можно не спать. Все, друзья, до следующей записи подняли всех собак. Да, Цезарь? Всех разбудил. Все спали хорошо. Итак, друзья, у нас роды все ближе и ближе. И я думаю, что все-таки будет правильным нам ласку взять в гнездо рожать. Это будет удобно. Ее можно будет видеть с разной стороны. И с любой стороны ей подойти. Так как у нас здесь Дюма командует. Мы Дюму, щенков на 2 часика мы, сейчас они покушают, положим спать. Вот. И Дюма будет кормить потом в этом вольерчике щенков, пока ласка будет рожать. А потом уже посмотрим, кто из них где будет жить. Но на время родов, я думаю, так будет правильнее всего. Сейчас мы покушают, докушают эти сластеночки. Напоминаю, нам 5 дней. Вот такие мы классные. Устали. Мамка облизала этого сладенького. Так вот мы здесь спать.
А этот затявкает, все тявкает. Давайте девчонку посмотрим. Вот такая классненькая. Вот пужачка. Пужачечка. Даже так нам показывает. Ой, что вы меня подняли? Спать пора. Мама сразу подключилась. А не хотите ли вы в туалет сходить? Если захотим. Вот так у нас это все мило происходит. Но все сейчас дядя уйдет, идут. Доценька. Сейчас малышня доест. И будем сюда ласку переводить. За лаской я здесь лучше буду смотреть. Вот, ее будет видно со всех сторон. Ну, а Дюмочка у нас мама хорошая, немного поживет с детьми в другом вольерчике. Вот, поэтому будем делать так. Смотрите на них. Так, посмотрите на них. Так. Стараемся кушать. Такие старательные малыш. Сейчас с этой стороны сниму. Вот так. Вот так. Мама всех навылизывала, все мокренькие. Все, пусть кушают. Не будем их отвлекать от трапезы. Я понимаю, как самый красивый щенок кушает у нас. Вот так кушает самый красивый щенок. Так, друзья, у нас уже 11 дня. Ласка все рожать только собирается. Потугов еще нет. Копошится. Я ей постелила все ее пледики здесь. Дюма щенков покормила у нас. Здесь Дюма у нас новое место с ее щенками будет. Я сейчас буду здесь спать, чтобы видеть ласку рядом. Будем ждать щеночков. Я чутко сплю, я ночью практически не спала. Вот, значит, сейчас будем здесь наблюдать за Ласей. Ася, заходи. Вот так ей тут нравится. Хорошо, скажи, да? Нормально тут. Здесь ты будешь рожать у нас. Маленьких лосяшей. Девочка. Неизвестно, сколько нам до родов. Температура упала еще в 6 утра. Она не поднимается. Опущенная температура. Ласка копается. Ну, так нервничает немного. Спит иногда. Поэтому я вот тут пока рядом лягу с ней. Буду за ней бдить сквозь сон. Щеночки наши спят. 2 часа у них есть поспать. И у нас есть 2 часа поспать. А может и меньше. Посмотрим. Ну все, друзья. Пойдем, Ласк. Спать. Спать, Ласон. Вот так. Ложись. И тоже давай поспи 2 часа, потом рожать будем. Хорошо? Ну хорошо. Да. Она согласна. Ну вот, друзья, Ласка начала дышать поражающе. Поражающе, да, Ласулька? Нет, ко мне не надо, можешь походить. А там у нас Дюма сидит, завидует, что Ласка в ее гнезде. Да, Дюм? Ласка ушла, пошла к папе. Щенков. Говорит, что я рожаю тебе детей, Цезарь. Да, Ласк? Ты пошла к папе за алиментами сразу? Ты еще не родила даже. Давай мы папе потом покажем. Ну, пусть походит. Ей можно. Так что вот так, друзья, начинается. Скоро у нас будет чудо. Ласка, иди ко мне. Иди, моя девочка, заходи.
Вот так. Начинает колбасить нашу девочку. Да, роды они такие. Слышь, что-то происходит внутри меня. Так как у нас Ласка не первый раз рожает сама. Ветеринарный врач у нас тоже держит руку на пульсе. Если что-то пойдет не так, мы сразу же поедем в клинику. Ну, надеюсь, все у нас будет так, как в прошлый раз. В прошлый раз у нас было 5 деточек. А в этот раз узнаем. Пошла к сестричке, к мужу. Жалуется, что что-то в животике происходит не то. Ласк, Ласка, Ласк, иди ко мне, отстань от них. Сейчас будь умничкой. На, девочка, все, мне тебе жалко становится. Все, ты выглядишь жалостно уже. Все, пойдем рожать. Не будем спать, будем рожать. Да. Ну как ее не жалеть? Смотрите на нее. Все, становится ее жалко, эти глазки, алмазки. Да, моя девочка. Все. Идем. Заходи. Заходи, Ласка. Давай. Иди на место. Нет, ко мне нельзя, моя прелесть. Тесно здесь для нас двоих. Я понимаю, что хотелось бы. Ну, такая родненькая девочка. Ладно, Ласочка, пойдем. Вышли с Лаской погулять. Температура ниже нормы у нее. 36,8 держится уже 11 часов. Сейчас уже 5 вечера. С нами пошла гулять наша Дюмашка. Вот. А Ласка себе промышляет. Вот сидит. Ласка, куда убегаешь от меня? Рожать когда будем? Ну, такое бывает до 24. 4 часов может быть пониженная температура. Поэтому мы просто в ожидании этой дамочки, когда она решит. Дюмашка наша бежит. Ну, Дюмашка, ты к нам пришла. Моя девочка. Сейчас пойдем. Похудала так сразу. Сладкая. Шестерых не так просто, оказывается, кормить. Да, мать моя хорошая. Так, потеряли Ласку из виду. Она уже в кусты пошла. Солнце все засветило. Пойду ее забирать. Все, возвращается. Ласка, пошли домой. Пойдем. Ласка, пошли. Ласка, я без поводка. Ну, пофиг. Нас уже Дюмка ждет. Сейчас, Дюма, сестру твою пойду уговаривать. Она пошла по всем кустам. Уже в кустах же приятнее рожать, чем дома. Да, вот в этих кустах и рожай. Не видно ничего за солнцем. Нормальные кусты для родов. Тут будем рожать. Тут нормально будет. Пошлите, девочки. Ласка, хватит выдумывать кусты. Мы не в том веке живем, чтобы в кустах рожать. Идем. Ласка. Ах ты, Ласка. Ну нельзя так себя вести. Я должна тебя уговаривать идти домой. На сносях женщину. Что мне, скорую вызывать, чтобы тебя домой отвезти? А? Пошли. Ласка, идем. Нет. А ты еще кусты нашла, в которых можно родить.
Нет, траву не надо есть. Все, пойдем домой. Эй, друзья, Ласку вернула на поводке. Сидит, лежит. Все. Да ладно, не виновата ты, молодец. Ну, мало ли. Может, все хотят в кустах рожать. Я же не знаю, может, это приятнее, чем здесь на пеленочке и с уходом, да? Доской. Ну, все, молодец. Здесь у нас идиллия. Как обычно, что ты лапкой машешь нам? Дюмочка. Скажу, Ласка не хотела идти домой. Я очень хотела. Потому что меня тут ждут деточки. А Ласочку никто не ждет. Ну, а здесь у нас гулять. Гулять походите. Пойдем гулять, Варбаша. Сейчас пойдем с вами гулять. Да, вы ждете, ждете у меня. Да ладно. Такой разговорчивый Кирюша у нас. Тихо ты. У нас же тишина, а ты буянишь. Друзья, ну в общем у нас уже 9 вечера. Ласка все еще не рожает, как вы видите. Она копошится. Температура у нее еще не поднимается. Такая, ой, сладенькая девочка. Ну, ожидаем, видимо, ночь еще. Либо ночью, либо через полчаса начнем рожать, либо через два, через три. В любом случае, ожидаем. До сих пор мы в режиме ожидания. Давай, Зойенька. Скажи, чего вы от меня хотите? Чего вы ждете? Здесь у нас кормятся щеночки. Парочка спит. Да ладно, не просыпайтесь, парочка. Вот тут у нас. Вот. Тут у нас. Мамочка с щеночечками своими. Кнула одного. Он даже не обиделся. Вот так, друзья. Все у нас хорошо. Ласку ожидаем.